Димитровградские коллективы вернулись из Елабуги. В первых числах августа там проходила 7-я всероссийская спасская ярмарка. Димитровградские ансамбли народной песни «Русские праздники» и казачьи песни и пляски «Булава» приняли там участие в фестивале «Колокольный звон» и стали дипломантами. По словам жюри фестиваля, наши артисты стали настоящим украшением праздника. И «Булава», и «Русские праздники» получили приглашение приехать на фестиваль в следующем году.